Вроде спал, вроде не свой хрен его знает, что-то, короче, замерз под утро. Все, собрался, поехали. Все, я думаю, быстрее, нафиг с этих гор. Вот это хорошая штука, чтобы проснуться. Фу, 5 минут, и ты бодр и свеж. Это был жесткий подъем. Я уже начинаю раздеваться. Потом, по-моему, последний гора, чекпоинт, и потом... Я очень надеюсь, что их больше не будет, хотя сомнения есть. Дремучий, дремучий лес. Фу, блин, дремучий лес, дремучий лес. Фу, это была крутая гора. На сегодня, навсегда. На этот тур остались только чуть помягче. Лес и волки. Ноги боги. Удивительно, ничего не произошло. И попам тоже в прелести. Скажите мне, это нормально, когда ты в 5 выехал и 6:30 ты уже заебался? Фу, вон те горы, которые в конце я сказал, их даже считать не буду. Вот, а вот они еще не закончились. Это такие торчки, но они просто пиздец. Все, я уже больше ничего не хочу. Буду лежать и до послезавтра в небо смотреть. Полежал, подышал, поехал. Удивился красоте. Здесь можно в шашки играть наискосок. Что ж ты со мной делаешь, планета? Ты сначала выворачиваешь кишки, потом говоришь, все нормально, красиво, а потом еще говоришь, еще 7 гор таких. А, как я под... устал. Я тут играю в качели с природой, с температурой вверх-вниз, с горами вверх-вниз, с настроением. Одни качели. Блять, какой-то лунопарк. Еще он попикал. Солнце, ты хочешь выйти? Солнце, пожалуйста, выйди быстрее. 10 градусов, солнце. Какого хрена 2 дня назад ты вырубила маратушку, а сейчас ты меня морозишь 10 градусов. Бля, еще горы. Пацаны, это прям перебор с аномалиями. В 5 встать, 6:30 заебаться, 6:40 поехать дальше, 6:50, сука, опять заебаться. Я вообще уже больше ничего не хочу. И это вот только вот так вот. Заеб номер 3. Плюс 7 минут. Это вот эта, сука, маленькая гора. Только она... А что за херня за такая? Я цветам вообще больше не верю. Я вчера сказал, я ночью буду ехать, рассвет встречу. Помимо того, что я просто поспал, так я за 2 часа проехал всего 10 километров. Ну это реальный перебор по горам. Особенно в конце, это прям зашквар, это прям много. Что-то я до завтрака не доеду ни до куда, поэтому по дороге.
Меня эти 3-4 последние горы, они просто выбешивают и убивают. Еще и машины поехали, а здесь еще много этих транспортеров. Бля. Как я вообще на это согласился? Вот я только доеду, чтобы больше не ездить. Сейчас я уже точно посчитал, точнее некуда. Вот это 2-3. Все. Я больше не хочу горы, даже пешком ходить. Видимо, к окончанию гор красную дорожку. Пора бы. На 46 километров я убил 3 часа 20 минут примерно. Миллингенхаузен. Сука, гребаный город. Вот этот вот, где у нас два последних часа. Как сраный город. Наконец-то! Я думал, ты не придешь. Не вернешься никогда в жизни уже больше. Как я замерз что-то на этих спусках, хотя и плюс 13. 1100. Ну, что-то как-то радости нету. Ну, наконец-то. Какой ты трудный. Мессинхаузен. Какой ты тяжелый. Бориска сказал, ты ссаный. А я скажу, ты сраный Мессинхаузен. Это было тяжело, прям сильно. Особенно в конце. Надеюсь, я найду где-нибудь здесь штамп. Повезло, дядька приехал на работу, работает в магазине. Я берег ее. Все. Бэм. В этом сраном городе даже кофе нету. И булочек нету. Фу, ну вот сейчас выезд из города, опять еще, оказывается, гора, ну это, наверное, уже последняя. И все, 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 домой, все. Ого, ничего себе. Бинго. Думаю, оттуда. О, завод по производству различных аккумуляторов, батарей. И опять вот такая вот гора, но я надеюсь, она небольшая, не сложная. Радость есть то, что этап горный закончился. Минус в том, что я до сих пор еще не позавтракал. Этот отрезок 199 километров. Не, последняя гора, она тоже... Ну теперь в один момент стало очень жарко. Нагрелось 20 градусов и плюс вверх. Поднялся до макушки. Стало холодно. Там я разделся, здесь холодно. Я прям куртку надеваю и варежки опять. Что за погода? Марат, вот бы ты дотерпел, ты бы освежился нормально. Еще, блин, не позавтракал. Не потому что не хочу. Нету возможности. Вот последний спуск на равнину, наконец-то. С высоты средней 400-500 доходило до 800, по-моему. Не, 800, нет, 700. Спущусь сейчас на 10. Да, как я тебя долго ждал. Я прямо сюда сейчас сяду и надолго. Кафешка. Фух, все, я выжил. Пошел посмотреть, как делаю попам. Протер хорошо и на целый день намазал вольтареном. А еще у меня осталось что-то 27 часов. 28, но сейчас сижу здесь 27. На 400 километров теоретически могу успеть. Практически, думаю, хочу я вот так гнать. Ну, хотя это не гнать, но я что-то спал там так себе. Короче, булка стоила 5,50, меня это взбесило, и теперь я решил побыстрее до Гамбурга добраться. Еще сейчас будем 12 стримить. Бориска пообщался, он тоже меня говорит, он говорит, вот ты ебанутый. Я говорю, Борис, точно так же, как и ты, у нас один Маратушка здоровый, вовремя слился. А еще он там, он такой говорит,
дедушку там спрашиваю вчера, где тут поесть, он говорит, Брайтланд Вайт из Нехтсхия. А он такой спрашивает, индианер-рейсинг, Нохкюца. Короче, настроение поднялось, все, полетели. Короче, хотел посмотреть, сколько у меня грязного времени. Фиштехи на сайт, а тут ничего нету, я аж напугался. Думаю, блин, неужели трек сбился? Чистого 53. А тут просто за 100 часов я ушел, и все, места просто нету, он поэтому решил меня игнорировать. Понеслось. Блин, жуки и здесь были. Как бы до Гамбурга не добрались. А теперь выставил грязное время ровно 100 часов. Это что, секунды? Не, минуты. А, получается 101 час. Это 27 часов мне на 400 километров. Посмотрите, 27 тысяч и еще 400 километров. Время 100 часов 45 минут, дистанция 1120. Так, давайте посчитаем. Короче, после всей этой шняги с горами, среднее было 20.8. Было 26, там 6, что такое. Пойдем нам не сюда. Нам надо вон туда вниз, там не будет ничего. Километров вниз. Вот это да. Ух! Акведук. Смотрите, стало жарко. Я разделся. А почему? А потому что на карте нарисовалась еще одна гора. Откуда это взялась? Какие классные поля. Где-то убрали, где-то не убрали. Обалденно, он трактор что-то делает. Бреет. Прям как щетину. Посмотри, какой вредный настырный торчок. О, это тянется, конечно, с этими горками. Горы не любишь, Андрюш. На тебе, получи концовочку первой категории. Пока больше не видно гор, я надеюсь, и не увижу. Зачем ты так красиво сделала? Рода, зачем ты надо мной так издеваешься? Я только успокоился, даже разозлился, а ты опять так и вниз. Ну, у меня уже гигабайты заканчиваются, и батарейка офигевает. Как мне это нравится, вы видели, сколько вдаль километров? Как классно! Холодно, правда, в лесу. Надо успеть завтра до 2 часов дня. Это просто фантастика. Единственное, я надеюсь, что вон те горы, вон те, это уже какая-нибудь Норвегия. Так, давайте только теперь еще ветер развернем в нужную сторону. По-моему, он меня тормозит. Спасибо вам большое после стрима. Замотивировали офигенно. Некоторые, может быть, приедут еще меня встретить. Прям здорово. Какая аллея красивая. Как интересно, деревья срослись, прям едешь как в норке в какой-то. Начались любимые равнины, поля кукурузы, это значит горок нет. We'll be right back.
таких много. Чем дальше на юг, тем больше всяких разных цветных. Блин, ночью я пару раз сиранул. Их разукрашивают прям под телесные цветы некоторых. По-быстрому на дороге. Надо что-то перекусить. Детлев показал мне чипсы. Можно с соком. Пакетов нету, взял вот такие. Ну все, не съем, сюда засыплю чипсы в дорогу. Маратушка прорезался. Все хорошо у него, оказывается. А я здесь завтракаю, ну или обедаю. Тут сейчас сок, прикольно. Это пиво взять, не думаю. С чипсами. Те, которые не влезут, разжило так. Вариантов нет. Стартовой линии. О, да-да-да. Блин, белый красавец. Ой, когда не торопишься, сколько кайфа. Кайфужи. Короче, ребят, что-то не в кайф. Я проехал несколько десятков километров и не в кайф так рвать, не чипсы какие-то хавать. В общем, поеду я своим темпом. Как доеду, так доеду. Маленькая пауза. И та-дам! 1200 официально. Посмотрите, какой набор. 10304. И еще что интересно, калорий 28, это мне еще 300 ехать. Заезжаю в Билефельд, интересно здесь в центре. Ого, это чтоб я не забывал. Вот здесь интересная штука, ну, красной линии, чтобы состояние велосипедистов хорошо было видно. О, как красиво. Ну, в каждом маленьком городке есть полторы улицы, ого, неровненько. Полторы улицы с красивыми домами. Слушайте, ну я надеюсь, это уже, ну это-то уже хоть все. Да? Я. Зупа Финиданки. Ух, куль. Случайно проехал свой городок, где нужно было штамп поставить. Вот гора вот эта вот. Я что-то не совпадает километраж. Думал, километра через три. Ну, пофиг. Заехал на сюда, попросил, поставили. Молодцы, все готово. Что у меня какой-то маленький эмоциональный спад. Ну, такой. Поэтому я думаю, перед ночью надо подкрепиться. Блин, отель проезжал. Думаю, может в отеле остановиться. Но удержался. Короче, заехал к туркам. Здесь они так в уголке. Думаю, сейчас поем и снова онлайн выйду. Кто хочет, можем пообщаться. Собрался, наконец, выехал. Бутылки же пустые с водой. Посмотрел, заправок вообще рядом ничего нет. Последний момент закрыт. Блин, опять надо ехать к ним. Там хоть из-под крана у них набрать. Оказывается, это-то еще открыто. Я быстро заскочил, никого не спросил. Здесь в предбаннике велик бросил. Бутылку, две корни. Все, мне на ночь хватит. Я пока сидел с вами, стримил, что-то я замерз так. Сейчас оделся. Уже по-зимнему, блин, выехал. Оказывается, время еще не так поздно, и теперь жарко. Опять столько интересного. Проезжаю под автобановскими мостами. Один мост старый, а другой новый. Смотрите. Во-первых, сколько бетона, сколько камня, какая разница и как клево сделано, как они, в принципе, совпадают. Вот с этой позиции офигенно видно. Их специально так построили, чтобы как бы новые опоры не перегораживали красоту старых. Совпадает и на одном уровне. Круто. Дежавю. Как мне вчера, позавчера и позапозавчера напоминает. Победа! Thank you.
русло реки без воды. Местная телебашня. Серенькая, но своя. Ну что, последний приготовление к ночи. Умылся, туалет сходил, все сделал, замазал. Это нужно. И эксперимент. Лоли. Чупа-чупс. Посмотрим, как будет катиться. Вкусная штука. Еду и думаю, теоретически смотрю на цифры. Еще у меня 18 часов. Организаторы хотят, чтобы было 16. Не знаю почему. И 270 километров. Теоретически 5 часов на 100 километров по равнине. С паузами этого достаточно. Практически это надо не спать. Можно даже при всем этом раздолбайсе, как я еду, успеть. Необычно квадратная церковь, башня с такими камнями. Бориска написал какое-то количество времени назад, ему оставалось сотня, сейчас, наверное, километров 70. А я хочу начать обманывать организм. Буду клонить сон, куда-нибудь шпаркаться или куда заходить. Здесь 15 минут, дальше поехал и так далее. Будет ли работать это на пятую ночь? Какая ночь? Четвертая или пятая? Уже что-то не помню. Я офигеваю, природа с тебя. И так красиво. И вот это можно. И просто пейзаж. Здесь на наших мелких горах серпантинов даже поактивней, чем в настоящих горах. Точнее говоря, там полугоры, а у нас тогда что? Пусть будут горы. Ну, не мог свернуть и остановиться, чтобы вам не показать. Фух. Хотел сказать офигеть, потом думаю, получу нагоняй, скажу. Как прекрасно. Миттельланд канал. Приятное, я даже скажу, теплое прощание с солнцем. О, сейчас опять будет пшеница стоять, туман будет стоять, как это уже я видел несколько раз. Хочет меня покидать. Я только повернул за угол и так здесь. Надо ж такое совпадение. Ай-яй-яй-яй-яй. Медреша. Also vorne lieber nicht. Darf ich kurz rein? Oh, meine Fresse. Leute. Oh. Офигеть. Вот это классно ездить на велике. Ого. Ничего себе. Это как он поле убирает. Видим. Камера. Обалдеть. Офигеть здесь вид. Зеркал немерено. Ребята, я на этом поеду в Гамбург. Вот это да. Вот это вот что? Сено или солома?
А, вот смотрите, от этого летит. А, это он будет. То есть он весь в гараж не поедет. Да, по-моему, он сейчас его отцепит. Такую штуку. Блин, пацаны-колхозники все знают. Опля! Стало два. Теперь может на автобан. Фу, что-то я замучился. Такая монотонность. Деревней вообще мало попадается. Была одна шпаркасса, но я что-то дальше. Короче, я сейчас мерзну. Я, видимо, шорты надену, теплые перчатки, другую куртку или сверху куртку. Еще вот этот баф сверху натяну. В общем, и меня рубить начинает. В общем, мне нужно до какой-то... А на улице что-то я сегодня не хочу. Я хочу в какой-нибудь колхоз заехать и в шпаркассу зайти лечь. Все, меня рубят. Я вот такую будку нашел. Сейчас я здесь на полу и лягу. Я уже больше не хочу. Все, я постелился здесь. Прикольно. Такая будка, как будто бы на одного человека двери только не хватает. Сказал, не буду спать на улице. Теперь почему-то даже и захотелось. Короче, все будет. Попробую так. Это должны быть самые комфортные условия. Лежу в своей будке, здесь двери же нету, и вот такие вещи. Мяу. И я дальше стою.